Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Троллинг. Прятки в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга «Прятки». Только благодаря вам и только вам мы продолжаем снимать эту рубрику, а еще у нас небольшой челлендж, да, Эдисон? А, да, ребята, сегодня у нас будет челлендж с порталганами. Жека, это что-то необычное, да? Порталганчики. Мы будем делать различные порталы, и с помощью них мы будем перемещаться. А кнопки у нас работать, перемещения не будут, Эдисон, да? Да, ребята, поэтому ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на наши видосы, если вы хотите продолжение пряток, если вы хотите больше челленджей. Давайте наберем по 15 тысяч лайков на наших обоих видосах, и сразу же выйдет следующая серия. А мы, Жека, не побежали, а давай и телепортировались. Ну, давай. Опа. Ой, ну это сложно. Опа! Я уже... Прикольно. Великолепно. Все, до свидос. Дурдом! Мать вашу! Ребят, это все, что я могу сказать про мою карту, потому что эта карта построена специально для порталганов. Как вы уже знаете, как Жека только что сказал, у нас не будут работать кнопки движения. То есть мы не можем ходить ни вперед, ни назад, ни по сторонам. Все, что мы можем, это просто тпхаться с порталганом. И это реально будет сложновато, потому что порталган это в принципе необычная штука. А еще когда ты ходить не можешь, это вообще что-то странное. Поэтому, ребята, вы сегодня увидите, как работает этот челлендж, и также вы сами можете предлагать челлендж в комментариях под этим видосом. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и обязательно ставьте лайки, ребята. Чем больше лайков, тем больше серий. А мы давайте сначала побежим к Жеке на карту. Быстро же его сразу же найдем за минуту. Потому что у него легенькая карта. Давайте сюда стрельнем. Опа! И давайте сюда стрельнем. Опа! Ага. Чё он заподозрил? Я ничего не заподозрил. Так, хорошо. Идет сюда. Короче, ребят, давайте мы потопали, а потом вернемся на мою карту и затроллим прятками нашего Евгения. Да. Евгений. Ну что, Эдисон, заходи на мою карту. У меня тут нет никакого сюжета. Ты там уже отключил все кнопки, да? Да. Так, хорошо, я сначала пойду вот сюда. Вот сюда. Ну давай, Эдисон, ищи меня, я тебе говорю, у меня карта уже. Ай! Так, да, потерял лучше, да. Так, вот так. Это на самом деле очень сложно, я еще этого не пробовал, но мне кажется, это очень сложно. Под себя лучше вообще порталы не ставить, а то так застрянешь так же, как и я. Так, хорошо. Если я поставлю один портал вот сюда, и один вот сюда. Опа! Да. Вот. Давай, не смейся. Не-не-не-не-не! Круто! Ой, так, хорошо. Искать тебя. Я тут вижу дымоход, да. Дымоход. Идем вот сюда. Дымоход. И что там в дымоходе? Ну рассказывай. Подожди, я тут вижу как бы ботиночки. На ботиночки я бить не могу почему-то. Вот. Поэтому... Куда... Опа, тут еще и кристальчики, да? Значит, идем вот сюда. Ну что, яички? Жека, ты с ума сошел? Яички я бить не могу. Да твою-то мать! Так, Джека, мне на самом деле уже не нравится твоя карта. А я вот сюда. Я еще боюсь, я боюсь представить, что там у тебя на карте. Это вообще, мне кажется, жесть. Я просто смотрю туда, в эту сторону, да? Ой, ёхан. Джека, ну это реально сложно, как-никак. Так, ну, хорошо. Это челлендж. Мастер троллинг прятки вот такие. Так что давай, Эдисон, давай. Так, это сюда. Челленджируйся. Да ёханый ты бабай, ну я прыгать я могу, да? Да, прыгать я могу. Так, хорошо, значит, идем вот сюда, идем. Жека, я в воде не могу. Я в воде! То есть не умирать, да? Я в воде не могу пока оставить. Да, тебе не стану умирать. Так, у меня такой вопрос, да? Нет, я не... Хорошо, вот, паскуда! Жека! Ну, я тебя слушаю, Эдисон. А я хочу полетать, Жека, смотри, видишь меня где-то? Опа, идем сюда и потом... Ой! За тобой кристалл, смотри, да, за мной кристалл. Опа, значит, я могу тпшить НПСов. Ага. Это прикольная фигня. Я заколебался, честно, умирать. Я вижу! Да чё ж такое-то, вот. А что там такое кирпичное булыжник? Да вот я тоже так смотрю на... Тут двери, да? Двери, где ничего нету. Опа. Вот так. А, дверь! Да. Ты меня обманул, Жека, тут ничего нету. Думаешь, да? Ну хорошо. Тут ничего нету. Хорошо. Ну тогда иди оттуда. Да чё ж то такое? Так, где я еще не был?
Я еще не был. Я не знаю, где там еще не был, где был. Я это вот это, я на вот этой хренотень еще не был, которая там сверху. Опа! Там еще нет. Кто там что-то пил, у меня такой вопрос. Никто ничего не пил. Кто-то там где-то рядом, кто-то что-то выпил. Ах ты алкаш. Да, да не, вообще не было такого. Ах ты алкаш. Так, значит ты сверху. Вот я водичку пью, водичку пью. Да, водичку. Ой, да, водичку. Да, в Майнкрафте водичку. Это я так просто умею. Буль-буль-буль-буль. Так, хорошо. Как мне... Я тут смогу Ай, прикольно. Прикольно. Да, и что мне сейчас делать, Джека? Я двигаться не могу. Да, я Вот, ты не видишь меня? Я в паутинке. И что мне делать? Я сейчас застрял. Ну давай, мульти. Так, я мульти, ну подожди. Да ёханы ты баба, я могу отсюда как-то вылезти? К стенке сделай портал второй. Выпустите меня! Во! Так! Ну, паскуда. Ты паскуда. А как мне туда забраться, туда наверх? У меня такой вопрос, а? Куда наверх? Вот туда наверх, ты знаешь, о чем я говорю. Ну ты же только что был наверху. Не-не-не, туда на самый верх, на вот эту хренотень с бедрок. Я слышал то, что... Да! Так. Кнопочка. Так, хорошо. А что это за хрень? Что это за гравитация? Я могу тут... А я тут порталы даже создавать не могу. Да, ты даже порталы не можешь на гравитации создавать. Ну, а зачем ты вообще на гравитации? Тебе же наверх надо. А я тут ходить могу по этой фигне, по гравитации или что? Ты понимаешь, что я не могу создавать порталы, когда я нахожусь в гравитации? Да. И что мне делать? На кнопочку нажимать. Я на кнопочку даже нажать не могу. Да? Ну, кинись. Да в смысле? Ты не понимаешь, что ж не работает ни нажимание, ни гравитация, ни вообще вот это все. Да? Ну ладно. Ну, Эдисон, включи себе одну кнопку, чтобы вперед пройти с гравитацией. Так. Так, то есть я могу пройтись, да, по гравитации? Да, пройдись, потому что что-то какой-то лаг. Ну это все моды, я тут не виноват. А, то есть я могу зайти сюда, в эту гравитацию, ну в эту комнату. Ну да, зайди, чтобы гравитация тебя бралась. Так. Халасё. Да. Я понял, хотел меня тыпехнуть куда-то, ну да. Ладно, Лиза, молодец, нашел меня, все, я готов пройти на твою карту, быстрее. Да куда еще быстрее? Быстрее! Давай. Эдисон! Да я вас слушаю. Мне это явно не нравится. Мне это явно не нравится. А, ну да, давай, пробуй, как это. Я еще не разобрался с этими порталами, если я буду тупить, ты как бы это... Да, я тебе, конечно же, помогу. Я тебе, конечно же, естественно, помогу уже. Да, конечно, поможешь мне. Да помогу я тебе. Что, ты не веришь мне? А как тут? А как? Я тут немножко застрял, Эдисон. Тут никак я не могу. В смысле? Как? Ну я кильнусь, что... Ну тут на одном блоке нельзя оставить портал. Ладно, хорошо. Ну это уже твоя вина, поэтому... Ооо, сфигали! Давай, Евгений, у меня тут много всего, много всего на моей карте. Я не знаю просто, куда ты... ЭЭ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 Э
умер? Ты репнулся? Нет, я не умер. Да, в смысле не умер? А где ты? Где ты? Я не знаю, где. Я опять застрял! Иди ты в жопу! Я тебя даже не вижу, где ты? Я на этом сраном заборе! Как никуда мне, куда мне деться? Опять килл прописывать, иди в жопу! Эдисон, ты понимаешь, а что ты внутрь, одном... ты внутрь можешь залезть в эту хреновину? Ты понимаешь, что я на одном блоке нельзя ставить портал? Я понимаю. И что теперь? Ты понимаешь, а у меня почти все сделано из этих одних блоков. А нет, там где надо, там есть два блока, понимаешь? Ага. Петуха вижу. Так, подожди, если я сделаю вот так. Как, когда я тебя дойду? А, на стекло нельзя ставить, зашибись. Я опять застрял! А, хотя нет, подожди, если... нет, да, я застрял. Куда ты застрял?
Жека, там сразу на входе есть дверь. Зайди в эту сраную дверь. Жопу ты, иди нафиг от меня. Дверь зайди, в дверь. Ага, зашел. Опа! Опа-на! Так, конечно, смотри, есть два варианта. Либо у меня сейчас вылетает Майнкрафт, либо я прописываю килл. Да, рисковать не надо, рисковать не надо. Короче, ребята, как вы поняли, если вы ставите порталы под NPC, то вылетает Майнкрафт, поэтому у меня тут еще усложняется задача. Где? А, я тебя вижу. А, ну да, я опять застряблюсь один блок, как мне теперь обратно вернуться? Никак, все, смотри в жопу, я... Ты можешь делать выступы по два блока? В чем нахрен проблема твоя? Ну потому что ты пахаешься не туда, куда надо. Шопа, курица сраная, поганая, сдохни. Я знаю, что ты гаспидина. Ай-я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 й. Ну ты можешь на вот эту красную хрень стрельнуть. Красной хрени тебя нету, подожди. Она. Да, все, все, садись. А, ну хорошо, хорошо, хорошо. Так, хорошо, подожди. Куда мне залезть, чтобы у глазора получилось? Ой, я не знаю. Помогите! Если я туда залезу, то я опять буду застряну. Так, каменная хрень, это воздух. Я сейчас туда поеду. Какая каменная хрень? Ничего тут нет. Я сейчас поеду туда. Куда? Я уеду в Комарово на недельку. И где ты? До второго. Какой ты крутой, куда-то залез, так, туда, куда-то еще, залез. Еще до хрена каких-то писюнов везде. Так, да. Ну ладно, я вот сюда еще не мог залезть, поэтому вначале залезу сюда. Как раз у меня тут угол обзора! Нет! Супчик, маврюпчик, я не люблю. Мне твоя карта не нравится, знаю это. Эдисон, блин, ты супчик, конечно, понимаешь? В чем дело? Я сейчас, блин, в жопу, говно, стою в NPC, внутри NPC. Иди нахрен просто! Так, хорошо, Евгений, не бомбите, не бомбите. Чекайте, да. Сейчас стреляю в каменную хрень, вылетает Майнкрафт. И я не знаю, что делать. Ну, стреляй в другую каменную хрень. Ну ты что, дурак? Я там вижу какую-то дичь, но там я вроде уже был. Так, куда мне... Иди нахрен, я уже понял, что ты там. Я уже понял, хорошо. Меня тут нет. Вопрос. Чё? Вопрос, как мне тебе всё сдали? Зашибись, я опять, что ли? Зашибись, я опять Нет, я не застрял. Да, я застрял. Да, я нахрен застрял. Как мне отсюда выбраться? Евгений, я вас жду. А где вы, где? Евгений! А я не знаю, у тебя тут везде по одному блоку, поэтому мне просто... Это ты? Не трогай меня! Так, сейчас мы посмотрим, как тебе можно залезть, конечно. Куда я могу пальнуть? А выстрели вот тем голубеньким порталом вот сюда, подо мной. Да... Это твою мать! Жека, ты меня заколебал! Сейчас, подожди. Держи. Я тебе буду помогать, я умею подпрыгивать! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не понимаю, что происходит! Куда ты стреляешь? Жека, держи портал. Так, подожди, сейчас мы разберемся. Да куда ты? Ничего себе, ты что, читер? Да куда ты меня тпшишь, дебил? Ну вот смотри, я тебе наоборот помогаю. Так, а куда теперь? Вот сюда стреляй, в ноги мне, в ноги. Можешь сюда стрелять? Вот сюда, подо мной. Вот сюда, подожди. Вот сюда. Давай, спасибо. Так, хорошо. Теперь типа я тебя нашел, да, где ты? Твою мать, где ты? Придурок. Да чё ты? А ты сдох? Да ты паскуда, Жека. Ты паскуда. Эдисон, я ничего не буду говорить, это челлендж, как бы, да, это понятно, мы еще сами как бы не шарим. Ой. Сделали как смогли, но это пипец. Я никогда в жизни больше с порталганами играть не буду. Ребята, ставьте лайки за наши старания. Да, ребят, на самом деле очень сложно играть с этой фигней, поэтому мы реально старались. Если вы хотите больше челленджа, если хотите больше пряток, то обязательно ставьте большие пальцы вверх на наши видосики. Да отстань ты от меня, дебил! Опа. Да чё, смотри, ты чё, Дрэвит, а чё ты с этой картой сделал, а? В общем, ребята, ставьте лайки, пишите в комментарии следующие челленджи, которые вы бы хотели, чтобы мы сделали. И обязательно подписывайтесь на наш канал, это самое главное. Всем спасибо. И не забывайте, ребят, вас добавлять в Инстаграм, подписываться.
Ну, это естественно. Все ссылочки есть в описании. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.